Рыбаки, всем здорово, и сегодня я вам покажу такую точку на Сазана, на... Ой, да, на Сазана, на Суре. Вот, смотрите. Смотрите, по карте это будет квадрат Е10. Вот. Садку у меня, вот, смотрите, Сазан самый большой пока что на... 17 килограмм, 13, 12, даже осетр вот подклюнул один, вот, а, даже, так, это был отстрел, ладно, первый отстрел на этой точке, смотрите, а, пресноводный крыль 25, лосось 20, красный крыль, а, сазан сура, а, смотрите дальше, поводки ставлю на 36,2, лидкор, и большой один крючок. В принципе, фирма как Ультра Сириес, как эталоны, как этим. В принципе, можно. Стоит два гляфа, один тагара. Потому что нет еще одного гляфа. Тагара сильно подматывает, можно сказать. Мне даже тренажка, по-моему, даже дала на гляф помучиться. На тагару. А на 6000, наверное, просто прокачанная до... 19,6 килограмм, а эти два гляфа вроде ничего, так и справляются. Клюет не супер прямо часто, смотрите, 11 рыб за 35 минут. У меня точка на сазана, я думаю, что трофея вычислить тут можно, поэтому клипса я не сказал, это 21 клипса, вот, поэтому приходите, ловите, корм. Корм у нас семена рапса, красный крыль 4, красный крыль 8, палтус 4, палтус 7, палтусовое масло. Вот. Поэтому можете, в принципе, сюда приходить, закрывать трофеи в сазанов. Но также я видел, что кто-то и закрывал тут пестрого танцолоба, но я тут... пока что не встречал за вот за эти точки. Вот, поэтому, в принципе, можете приходить, ловить трофеев. Всем пока-пока.